Друзья, и у нас сегодня обзор карты Оф Бергман по просьбе Алексея Серегина. Обзор на карту. Карта. Так, сейчас я вам прочитаю, что она из себя представляет. 15 полей и несколько лугов. Много точек продаж, различные триггеры, карта подходит под различные виды деятельности, трафик и пешеходы, поддержка мода сезоны, архив нужно распаковать, внутри сама карта и рекомендуемые моды. Я их, конечно, не включал, я включил такие, чтобы для записи вам сказать. Динамическая грязь. В последнем обновлении... Правильно. Объем заполнения мешков для щепы, которые можно купить, был увеличен до 200 литров. Теперь идентичен объемом заполнения. Исправлен объем в текстовом файле MarkTrigger. Что я вам скажу? Карта себя представляет вот такую вот маленькую вот уеботину. А весит она... Почти 1 гигабайт, там 980 мегабайт, что ли. И вам, конечно, FPS не будет виден, потому что будет, не знаю. Карта вообще не оптимизирована, хоть и такая маленькая. Так, ну... А я же Global Company включил, а чё он не работает? О, хуй. Сейчас, друзья, подождите. Итак. Запись идёт. Включил же Global Company. А производства у нас тут нихуя нету. Смотрим на карту, что у нас тут есть. Зерновое хранилище посетить. Друзья, ну, FPS вот, больше 50 не поднимается. Средний 33. Учитывая, что у меня компьютер довольно мощный. Процессор Ryzen 7. X2700 вроде как. С нас оперативы. Частотой, я не помню, частота сколько. И видеокарта. RTX 2070. FPS вот просто, ну, 30, блядь. Ну. Вот в эту сторону смотришь, 61. Туда поворачиваешься. Сразу вдвое падает. Так, это у нас ферма, это у нас дом. Зайти мы в нем не могем. Или могем? Могем, кстати, надо будет звуки забрать из этого. Вот стандартный дом у нас. С чего? Хранение молока и сыра. Насколько я знаю, тут очень много производств всяких разных. Вот, включить вентиляцию. Включить производство козьего сыра. Даже так. У нас тут есть козий сыр. Обычный сыр. Я так понимаю, коровий. Это у нас резервуары, наверное, для молока, насколько я понимаю. Так, кстати, по технике, что у нас есть? А, вот такая всякая хуйня у нас здесь в гараже имеется. Которая вообще, по сути, здесь мешает и не нужна. И приспособит. Очень много тракторов, один комбайн, два погрузчика,
Ford Transit. Кстати, модовый. У нас тоже модовые. В гараже очень много всего модового, поэтому она и так и лагает. Я не знаю, какой для нее компьютер нужен мощный, чтобы она стабильно работала в любом месте. 60 FPS. Выгон для... Фруктовые рощи. А что у нас здесь? Какие яблоки, груши? Больше на яблони похоже. Бандарня. Тут у нас, так понимаю, вино или что? А что? А, с 9 часов. От... Ну тут, да, видимо, вино. Райфайзен. Это что, банк Райфайзен? Райфайзен Марк какой-то. Ну, это точка продажи, насколько я понял. Отель. Такой себе маленький отель. Магазин мясника. Участок леса. Ну, выглядит прикольно, да, базару нет. Тут еще и, по-моему, текстуры травы другие, но не стандартные, а свои. Вот здесь вот в лесу 60 FPS, вот 51, вот 60. Как туда поворачиваюсь, все падает, пиздец. Я не знаю, кто на ней будет играть, что у нас тут. Ух ты, нихуя себе, это что? Интересно. А, это карьер с известью. Вот такой вот прикольный у нас карьер сделан. Текстура снега, конечно. Не, ну... Неплохо. Ну, красиво сделано. Базару нету. Хранилище навоза. Хранилище навоза. Это хранилище навоза. Стенок у нас не имеется, конечно. Это-то. Зерновая мельница. Ну, это у нас все точки продажи. Молочная ферма. Это бойня. Продажа животных. Дилерский центр. Дай зайти ты, ёптать. Вот он у нас и открылся. Я так понимаю, на этом мы можем... Да, на этом мы можем кататься. Но продать мы его не можем. А он, наверное, в аренде, нет? Нет, и в аренде нету. Сука, как они это делают? Я тоже так хочу сделать на Агромашу. Хуй с ним. Такое себе. Лично мне карта не нравится. Я газовую установку. И чё? А, её, наверное, надо купить, чтобы она это... Ну да, её, скорее всего, надо купить. Имеется у нас вот территория... Фермерская территория, загон для лошадей и пятое поле всего лишь. А это у нас что?
Это, наверное, тоже, видимо, надо покупать, чтобы у нас было это производство. Ну, друзья, вы... А вот овощная ферма. Тоже все надо покупать. Ну, кстати, сделано прикольно. Но она, карта не оптимизирована. FPS падает только так. Я не знаю, вы можете на ней играть, не сможете. Так что как-то вот так вот. Да, кстати, саму ферму-то мы не посмотрели. Тут у нас хранилище быков, это у нас, наверное, миксер какой-нибудь для рациона питания для коров. Две силосные ямы. Это тоже хранилище тюков у нас. Ну, как-то вот так вот выглядит. Тут у нас солому тут забирает. Поддержка этой системы, этих шлангов Manure System. Очень много всего интегрировано, но не оптимизировано. Это у нас что? Непонятно. Запустить Big Bug Max какой-то. Ну, это мешки большие там, ну, для... А, я понял, все. Туда, типа, этот. Это тоже, типа, как производство, там сверху сыпется, и сюда мешок заполняется. Вот такая, короче, карта, друзья. Смотрите сами, играйте, кого как она будет работать. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, ставьте колокольчик. До встречи в следующих сериях, обзорах и так далее. Всем пока.